Страх, влечение и секс. Телеканал 24 Док представляет. Мы хотим сделать что-то вроде Железного человека, но в документальном кино. Мы этим не занимаемся. А если будет много обнажёнки? А какой вам нужен бюджет? $1,5 миллиона. $1,5 миллиона. Раз. Наш спонсор – дедушкины тапки. Что хорошо для лошади, хорошо для вас. $1,5 миллиона. Два. И вот я стою с мощной эрекцией. Покажем это по телевизору. Это вроде Оскара. Что вообще происходит? $1,5 миллиона. Три. Вы продажный человек без стыда и совести. Я таких еще не встречал. Вы с нами? Да. Продано. Продавайте, продавайте, продавайте. И все? А что еще, сынок? Мы все продаемся. Величайший фильм из всех когда-либо проданных. У вас есть такие? 9 марта в 22:50 на 24 док.